Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей страны. Соответствующее распоряжение президента опубликовано в пятницу на сайте главы государства. Благодаря своему историко-культурному богатству и природным красотам Шуша считается городом-символом Азербайджана. Президент Алиев 8 ноября 2020 года заявил об освобождении города Шуша, жемчужины Карабаха, от армянской оккупации. Город находился под армянской оккупацией с 8 мая 1992 года. Дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше не только послужит восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его непрерывного развития, подчеркивается в тексте распоряжения главы государства. Данное распоряжение направлено на восстановление исторического облика города Шуша, восстановление его былой славы, а также чтобы воссоединить его с традиционно богатой культурой, жизнью, продвижению его на международной арене как сияющую жемчужину богатой культуры, архитектуры и градостроительства Азербайджана на протяжении веков. Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, связанные с этим распоряжением.